Приветствуем всех зрителей нашего канала artshoprus.com, который посвящен сувенирным продукциям, а также деревянной посуде. Это видеообзор на чайные ложки из можжевельника, которые, в принципе, недорого стоят и используются как чайные либо десертные. Какие особенности у этих ложек? Во-первых, очень плоские достаточно черпачки, удобные ручки. Они подходят для тех, кто хочет есть по чуть-чуть, сидит на диете, или для детей. Вот особенно для детей они отлично подходят, потому что у них очень приятная текстура, они смотрятся очень интересно вот с этими переливами. Посмотрите, какое красивое дерево. И вообще этими ложками даже просто приятно пользоваться, потому что они очень красивые. И приятно пахнут можжевельником. Вот, но сколько они могут зачерпнуть? Ну вот, например, мы берем, вот здесь вот поставили мисочку с сахаром. И пробуем зачерпнуть. Ну, вот так вот прилично зачерпывать. Но это сахар. То есть, если мы, к примеру, возьмем жидкости какие-то, то, соответственно, ложечка зачерпнет совсем немного здесь. А кашу или десерты, ими можно есть. Также эти ложки отлично сочетаются с любой деревянной посудой. Вот, например, черешневые миски из массива черешни. То есть, это можно составить очень хороший, экологически чистый подарок, который подойдет людям любого возраста, и пожилым, и детям. И, в принципе, это лучшее, что вы можете подарить сейчас на данный момент, когда проблемы с экологией, когда проблемы с продуктами, и мы постоянно дышим чем-то вредным, и у вас хотя бы на кухне будет что-то чистое, приятное, красивое и ароматное.